Че? Мама, не бойся, психолог не будет задавать странных вопросов. Психолог. Ты Слава Мерлоу. Ты Слава Мерлоу. Ты Слава Мерлоу. Дядь, просто послушай. Это реально основано на реальных пельменях. Проснулся утром, подхожу к зеркалу, моя зубная паста. Девушка не читает твое сообщение, потому что ей похуй на тебя. Девушка не читает от тебя сообщение, потому что она тебя считает у**ком. Показалось, подумал я, повернулся на пса. Пес, которому я вчера впервые дал американский корм. Привет, меня зовут Андрей Николаевич. Андрю... Бля, я думал, Шипцов вообще. Фак, мэн. Знаешь, эти шутки это круто, спору ноль, но говорит ли это о том, что я пожилой бурундук? На улице было солнце, и я подумал сходить в пятерочку за окунем, когда увидел, что хлеб подорожал на 10 рублей. Дядь, спору нет, возможно, я пожилаю шиншилла, но по интернет-провайдерам Казахстана распространился этот мем. Я сейчас бы похавать мясо. Ты, вкинувшись в эфир, задашь мне вопрос. Давид, в чем вообще смысл этого прикола? Дядь, не торопи события. Данный прикол зародился по координатам 49 градусов широты и 32 градуса долготы. Вбив координаты в проверенных источниках, мы делаем вывод, что прикол зародился на просторах Украины. Возможно, кто-то скажет, что мем не смешной. Я вообще помню, батя показывает прикол из одноклассников. Батёк, ты бал козьего... Хотя мне нихуя, вот я Слава Мерлоу, мне нихуя не смешно, блядь. Кайли, что это же не смешно? Сына, что, по твоему мнению, смешно? Я... Поэтому юмор — это вещь такая. Никто не вправе судить голубя, который заклевал семечку, ведь она валялась на полу, она ничья. Так и с юмором. Как это вообще связано, я не... Но тем не менее, так как я теперь Слава Мерлоу, я не могу открыть... Я! Ведь он пользуется Эблтон. По неведомой моему псу причине у меня уже был установлен Эблтон. Запустив его, я был крайне удивлен тайным разработкам Махачкалы. Ведь он как-то автоматически определил, что я ничтожество и я хоть и Слава Мерлоу, но я что-то нихуя не понимаю сейчас. У ненужный показал соло. Что тут изображено? Ты прямо настоящий чертильник! Ха, не чертильник, а чертила. Закрой свой рот, может у тебя... Пацаны, ну реально, я сейчас не стану врать, хотите киньте в меня малосольной рыбой, но я тут не понимаю почти ничего. Именно поэтому я зачем-то попросил вас прислать мне готовый проект. Ага. Это, блядь, кто нахуй? Это Тимати вообще? Кто это изображен? Спасибо. А, я! Через 5 минут я пожалел. Ёб твою мать, ты серьезно, что ли? Лан, дядь, не ори на меня, там были нормальные проекты, но я думал, а может потом вообще отдельный ролик по Белдетону сделать, Амогус, ахахах. А кстати, по поводу реакции американца на ваши биты, там это, ну, у нас, в общем, бы раньше 10 часов, поэтому немного hard, но видео very скоро. Все, что я умею, это взять и перетащить, это мы делаем на пути к трэмп. Быдло, ты ебаная, бля. Джесс, какой район лучше, Выхино, Жулебино или Филе? Москва-Сити. Я не знаю ни Выхино, ни Жулебино, блядь, ни Филе и все остальное. Я чё, откуда я знаю? Я что там жил? Информации в Слав... В чате, может быть, подскажут. Там люди, я думаю, за это больше шарят. А я человек попроще, я в Москва-Сити живу. Мерлоу. Ты Слава Мерлоу. Я... Yeah. Теперь нам нужна мелодия, будь то гитара, или может фортепиано, но нет. Ведь я, кроме того, что никому не нужен, ничего по жизни не умею. Но зато я нашел на просторах интернета этого тюленя, и послушайте внимательно. Кстати, ребята, кто тоже заметил, что это не тюлень, а суслик, ставьте пальцы вверх, посмотрим, сколько нас внимательных. В общем, берем звуки, которые издала наша касатка, и закидываем прямо к Славе. Ты Слава Мерлоу. Ты Слава Мерлоу. Крутим у нее эту пиявку, чтобы это звучало весьма патриотично. Ты Слава Мерлоу. Ты Слава Мерлоу.
Ты что делаешь, дурак, теперь блядь? Нужно откуда-то взять звуки, бас, сверчки и так далее. Я увидел. Звучит как залуп пока что. Нажал и, конечно же, выбрал новый драм-кит. Я, конечно, ни на что не намекаю. Напоминаю, все, что я умею, кроме удушения питона, это взять и перетащить. Это мы сделаем со сверчком, то есть с хай-хай. Я. Планируем их как бешеные. Ты, Слава Мерлоу. Конечно, в некоторых местах включаем режим жесткого битмейкера и начинаем крошить из как печенье. Ты, Слава Мерлоу. Пацаны, я, конечно, не сверхбогатый, но я решил в каждом ролике делать подгоны. Я чувствую, в конце сейчас мы должны разъебать. Раньше я покупал у рандомных подписчиков биты. Теперь просто абсолютно рандомно кого-то выберу. Попрошу напомнить рецепт пельменей, конечно, проверить, подписан ли Кент Афарик на канал. Подписан ли на канал, это важно. Я понимаю, что это мелочь, но надеюсь, даже она поможет вам в ваших начинаниях. Потому что когда я под этот трек ехал в универ с соткой в кармане, порой этого не хватало. Обнял. Теперь, конечно, нужно перетащить бас. Ты, Слава Мерлоу. Сейчас у меня в голове только один вопрос. А хуя я вообще это делаю, что это такое? В принципе, этот ползунок можно покрутить у баса, тем более Слава Мерлок тоже так делает. Кстати, для того, чтобы это могло стать басом для ТикТока, не забывай делать такое почаще с басом. Ты, Слава Мерлок. Да и в целом просто веселись. Делай то, что вздумается. Ведь ты помнишь главное правило. Взять и перетащить. Это все? И мы сделаем это со Чел, ты... Слава Мерлоу. И теперь, когда я непонятно зачем сделал этот пи***ц, дядь, последний и очень важный вопрос, который бы я хотел тебе задать. Ты, Слава Мерлоу. Не, ну реально же.